Роберт Рождественский, безусловно, написал стилизацию. Он написал подражание новелле Матвеевой. Это, она была уже очень популярна в те годы, у нее уже вышли пластинки первые. И вот этот образный ряд, ее поэтика, она, конечно, здесь читается. Давайте вместе споем. Музыка Флерковского. Я мечтала о морях и кораллах, я поесть хотела суп черепаши, я шагнула на корабль, а кораблик оказался из газеты вчерашней. Я шагнула на корабль, а кораблик оказался из газеты вчерашней. То одна зима идет, то другая, и метель все за окном завывает. Только в клетке говорят попугаи, а в лесу они язык забывают. Только в клетке говорят попугаи, а в лесу они язык забывают. У подножья встану гор громады, я к подножью щекой припадаю. И не выросла еще та ромашка, на которой я себе погадаю. И не выросла еще та ромашка, на которой я себе погадаю. А весною я в несчастье не верю, и капель не боюсь моросящей. А весной линяют разные звери, не линяет только солнечный зайчик. А весной линяют разные звери, не линяет только солнечный зайчик.